Когда вчера выставил вот этот вот пост, где мой старый дом, новый дом, ЕКБ там грязный, бля, вот эта весна классическая, ЕКБшная, нахуй, и, блядь, Флорида, нахуй, которая, блядь, 365 дней в году нихуя не меняется, вот такой вот вид, вот, я даже действительно не мог подозревать, что такие, блядь, завистливые люди появятся в комментариях, хотя, наверное, это классика, типа, вот, чё ж ты не выставляешь-то, блядь, плохие места в Америке, и чё ж ты, блядь, Москву-то не показал? Вы чё, блядь, ёбнутые, что ли, нахуй? Я показал свой старый дом, где я, блядь, жил всю свою жизнь, нахуй. И где меня, блядь, вот эти вот моментики заботили, не нравились, которые мне. И свой новый дом, который я переехал недавно, в хороший, нормальный дом. Я не переехал в Комптон, блядь, в гетто в какой-нибудь. Зачем мне выставлять те или иные моменты, нахуй, в которых я, блядь, не принимаю участие? Вы, блядь, долбоебы, ебучие, блядь. Вас реально так триггерит, блядь, Америка и Запад, нахуй. Я не пытался, блядь, как-то возвысить Америку и унизить Россию, блядь. Я просто по факту скинул свой старый дом, где я написал, тоже есть много плюсов. Но те моменты, которые меня заботили и волновали, блядь, я их особо отметил, потому что именно из-за этого, блядь, я, в принципе, можно сказать, и переехал в другое место. Сначала я переезжал в России, но в итоге, как бы, мне и там не нравились эти места. А потом я переехал в то место, где мне реально понравилось. И вы, блядь, вот, ты предатель, не патриот, там, и так далее. Я вас рот ебал, блядь. И, сука, в жизни мне хуйчу скажете, бля, опять нахуй по колено все стечет, блядь, ваша моча от страха. Ебаная, бля, и понос, нахуй. Сука, только в интернете умеете писать не все эти гадости. Ебаные вы, блядь, псы, нахуй. А вот теперь еще раз момент, смотрите. А, бля, вот этот вот, нахуй, воздух, блядь, свободы, блядь. У меня еще там винтовка 50-го калибра, нахуй, которая с туристической визой купил, блядь, на кухне стоит. Понимаете, да? Вот мне здесь по кайфу. Мне здесь по кайфу. А кто-то отсюда уезжает и говорит, я ебал рот. Поехал я обратно домой. Понимаете, в чем дело, да? Каждому, блядь, свое. Не нужно, сука, вот эту ебучую, блядь, политику приплетать там, нахуй. Что лучше, кто лучше, у кого там, блядь, хуй больше там и так далее. Вы все конченые пидорасы, если этим хуйней, блядь, вот этой хуйней занимаетесь. Сука, будете такое не писать в комментариях, вас будут банить, как собак паршивых, блядь, бездомных, нахуй, отстреливать, блядь, вас, сука.